Всех от души приветствую, респект прошаренным. Продолжаем разбирать всякий хламец, как говорится, да? И очередной разборчик намечается. Так, вот такой вот стул офисный на металлолом, да? Потому что он уже все, уже капец. Сколько я стримил на этом стуле. Но он все, пришел в негодность. Такие колонки, но тоже на металл, чисто на железо, забрать только эти. Снять их, вот эти железяки, и все остальное сжечь. Вообще, часто на Авито, вот, смотришь, продают старые советские колонки, типа, знаете, S90 там всякие, да? И вот непрошаренные могут купить эту, вот это вот. А там диффузоры-то картонные, из бумаги. Они уже за столько времени полностью в негодность приходят, они уже просто сыпятся. Так что вот такие вот дела. Никакие S90 с Авито никогда не покупайте, старые советские. Там диффузоры уже все, превращаются в труху. Итак, стул разобран. Вон я его сколько раз там варил, блин. Тот поршень отлетел практически сразу от пластины. Здесь потом подварил. Там, кстати, болты самые такие дерьмовые из низкокачественного металла. Там все нахрен рассыпается. Сразу резьба сдирается. Ну что, металл потихоньку копится. Вон еще один от одного стула основания. Так, вот санки. Там детский велик трехколесный. Ну и так вот по мелочи. Так, завалы в гараже продолжают очищаться. Вот что у нас пойдет на металл. Старые велики. Такой велик. Этот, по-моему, велик называется Лама. Да, он что-то среднее между Камой и обычным Уралом. Вот, средний такой, да? Кама это совсем маленький, а это вот Лама называется велик. Был такой когда-то велик, тоже пойдет на металл. Ну, это вот обычный Урал. Сидушка вон тоже от велика, так вот вся от плит всякая фигня. Это, по-моему, наверное, знаешь что, от елки, наверное, вот это вот. Елку ставить надо, подставку какую-то. Ну, что-то типа того, наверное, скорее всего. Так, вот немножечко проводки, горелка. Тут бронзовый кран надо выкрутить. Бронзовый краник, на больше все остальное на металл. Все остальное железное, да? Ну, тут тоже. Какой-то проектор медицинский, да, прожектор? Медицинский, нифига себе. Тоже какой-то советский. Ну, вот такие вот разборы, короче. Металл продолжает копиться, он колеса еще от великов. Такие вот дела. Итак, всех от души приветствую, респект прошаренным. Продолжаем перерабатывать цветной металл. Продолжаем добывать цветняк. Значит, вот такие вот провода на обжиг приготовил. Значит, антенные провода старые, советские еще, которые это самое. Сейчас вот этот вот я видел, современные. Здесь вот стальной кабель уже. Стальной вот этот контакт. А здесь медный контакт. Оба медных контакта. А там помедненные просто в современных таких кабелях. Так, вот такой, вот этот затруднительный в переработке кабель, ну, провода, потому что там они с остальным тросиком надо обжигать, а потом сидеть. Но это долгий процесс, но все равно фиг с ним, переработаем, посмотрим, сколько получится. Так, бережем каждый грамм, да? Бережем каждый грамм. Вот такие вот провода, телефонные, вот тоже тоненькие, ну, тоже обожгется, фиг с ним, сколько получится, столько получится. Тут тоже какие-то, о, этот надо оставить, это на наушники пойдет. Этот оставим. Это пойдет на наушники. Так, это осталось от пылесоса. Ну, вот мелкая проводка. Так. Здесь надо сплавить свинец от аккумулятора. И вот такие оплавыши, которые вчера копнул. Ну, килограммчик, наверное, будет свинца, не знаю. Здесь вот, здесь алюминий. Ну тоже, ну, килограмма полтора, наверное, есть алюминия здесь. Тут вот немножко меди уже готовой. Немножко бронзы. Вот какая-то штука тоже. Ну фиксинг тоже на сдачу. Цена хорошая. Тут так и будет валяться. Что-то какое-то старое. 19 век, наверное, скорее всего. От лампы, что ли. Непонятно. Ну и так вот по мелочи тоже он. Какая-то конина. Конину всякую гнилую туда покидал. Краны. Вот краны.
краны. Ну что, сейчас жгу медь, потом перерабатываю вот этот с остальным тросиком. Стальной тросик надо убирать и посмотрим, сколько выйдет металла. Так, подготовительный процесс завершен, начинаем обжиг. Значит, свинец в банках. О, заполыхало, вон два динамика еще киданул. Пусть обгорят на железо, потом пойдут. Полыхает, главное не всю партию сразу не закидывать. Тут вообще будет капец. О, идет процесс, идет. Как кочегарит, фу, блин, ё-моё, вообще. Так, слиток отлит. Свинец, не знаю, сколько получится. Тут медь. Так, кабель, который с остальным тросиком надо раскручивать, сидеть. Блин, чуть серебряные контакты не потерял. Оказывается, вот в этой штуке, штука от холодильника. Вот эта штука. Думаю, дай-ка я обожгу и посмотрю-ка, что внутри там, блин. А там, оказывается, слушай, серебряные контакты. Блин, я вот эти штуки раньше выкидывал вообще. На металлолом выкидывал их. Чисто медную трубку вот эту забирал. Я не знал, что там серебро, оказывается, есть. Вон они, серебряные контактики, блин. Чуть их не потерял сейчас. Оказывается, серебро тут есть, блин. Вот они, две штуки. Два контакта. Вот они. Два контактика. О, приятный бонус, слушай. Неплохо. Ладно, пойдем взвесим, что у нас по металлу, по цветнику получилось. Блин, контакты-то нормально, не на меди, а вот именно конкретные такие толстые серебряные контактики. Так, фокусируйся, во. Вот они. Припаяны. Неплохо. Так, очередная партия переработана, да? Давайте с вами взвесим и посмотрим, что из этого получилось. А, да вот еще кастрюля вот такая тоже. В лесу, по-моему, нашел. Давно уже лежит. Так. Алюминий. 2 килограмма. Ровно. Эту проволоку пока не буду перерабатывать. Ее надо раскручивать. Это долгий процесс. Может, когда-нибудь руки дойдут. Так. 2. Свинец. Ну да, килограмм получился свинца. Нормально. Слиточек как раз на килограммчик получился. Неплохо. Свинец килограмм, да? 1. Так, медяха. Медяшечка. Что там у нас получилось по медяхе? Медяхи где-то 800 граммов. Медяхи, да? Даже 750. Ну, запишу 700. 0,7. И латуньки. Так, сейчас я его в пакет засуну. Латунь килограмм тоже. Ну, примерно там где-то 900 граммов. Вот так вот. Ну да, кило. Кило, короче. Да, латуни. Кило латуни. Так, сейчас пойдем глянем актуальные цены. И посмотрим, насколько эта партия вышла по деньгам. Какой итог. Итак, расчеты по актуальным ценам. Значит, медь вышла 0,7. Это на 392 рубля примерно латунь. А, и алюминий 2 килограмма. По 115 рублей сейчас килограмм стоит алюминия. Вот. 2 килограмма 230, латунь 1 килограмм по 340 идет, свинец 1 килограмм 110, значит, итог 1072 рубля, ну что, неплохо, в принципе. Такие вот дела, дорогие друзья, до новых встреч и до нового цветника.